превышение установленной скорости движения на величину более 80, штраф от 5000, либо лишение права управления транспортных средств на 6 месяцев. Инспекторы Анапской роты ДПС проводят профилактическую работу с участниками дорожного движения. Особое внимание уделяют предупреждению ДТП с участием пешеходов, водителей мотоциклов и детей. На дорогах с высоким уровнем аварийности наряды ДПС будут дежурить с использованием специальных средств для фиксации нарушений правил дорожного движения.